В Северо-Казахстанской области впервые выделили образовательные гранты для отрасли культуры. Так местные власти могут решить проблемы дефицита кадров. По данным областных чиновников, в регионе не хватает актеров, режиссеров, продюсеров, музыкантов, инструменталистов и архивистов. Кроме того, как оказалось, из 400 специалистов, которые отвечают за творческую часть, меньше половины имеют высшее образование. В целом у нас задача до 2027 года обучить порядка 100 специалистов именно для нашей сферы, сферы культуры и искусства. Данная мера, она впервые для нашей сферы, такая поддержка оказывается. Подготовка кадров будет идти как для выпускников 11 класса, так и для выпускников колледжей, так и действующих сотрудников, имеющих среднее специальное образование после колледжа. По завершению 4-годичного обучения обязаны, согласно договору, контракта, вернуться с отработкой не менее 3 лет.